Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Кулаков Дмитрий. Сегодня я хотел бы вам представить металлургический завод Фелтингера Хютте. Это первый завод, который стал достоянием ЮНЕСКО как исторический памятник среди промышленных предприятий. Он основался в 1873 году как большой сталелитейный завод по переработке металлов, и вплоть до 1990-х годов, когда он был включен в список ЮНЕСКО Всемирного культурного наследия, он продолжал свою непрерывную работу. 120 лет промышленности. Завод, соответственно, закрылся из-за всемирного кризиса, который постиг многие сферы деятельности человека. Это и отразилось на том, что этот завод после даже его закрытия не переставал работу. Данный культурный памятник ЮНЕСКО обладает двумя критериями – вторым и четвертым. Он отражает важность взаимосвязи человеческих ценностей и представляет собой выдающийся образец типа строения, архитектурного или технологического ансамбля. Он стал первым промышленным памятником ЮНЕСКО из-за того, что он по сей день сохранил свое достояние, свое великолепие, свой нынешний образ и величие, которое простиралось на протяжении практически 120 лет. Сегодня на территории этого памятника действуют экскурсии, проводятся концерты. Многие немецкие компании вводят туда экскурсии с целью не только зарабатывания денег, но и приобщения молодого поколения к своей истории, для того, чтобы они чтили традиции, видели то, что может стать с любым производством, если его не обслуживать. На самом деле, это история завода, это история региона. Сам город Фелтингер, который находится на западной части Германии, он основался из-за того, что там был находился данный завод. Это символ индустриальной культуры и даже действия человека. Это памятник индустриализации, который не покрылся пылью веков, а он действует сейчас как культурное наследие. Нельзя объять необъятное, но к нему можно хотя бы прикоснуться. Спасибо большое за внимание.